Дорогие братья и сестры, подходит к завершению 2018 год. Традиционно каждый из нас подводит итоги уходящего года. Сегодня мы делимся итогами того, что было сделано в рамках помощи подопечным Фонда сохранения духовного наследия «Елицы». Миссия фонда — творить дела добра и милосердия. Отрадно осознавать, что все проекты фонда инициированы пользователями православной социальной сети «Елицы». Именно вы своим живым участием и неравнодушием помогли дать помощь тому, кто острее всего в ней нуждается. Что сделано благотворителями и жертвователями фонда «Елицы» в 2018 году? Подопечным фонда оказана помощь на общую сумму более 1 миллиона рублей. Дети и старики из приютов для бездомных «Ной» ежемесячно получали необходимые лекарства и средства гигиены. Наш подопечный, Павел Пресняков, молодой человек с инвалидностью по ДЦП, может свободнее передвигаться на инвалидной коляске, оплаченной нами и изготовленной для него в Германии по специальному заказу. 5-летний Макар Гостюхин с диагнозом ДЦП поздравил нас всех стихотворением. Он впервые смог его выучить благодаря вам. Центр социальной реабилитации наркозависимых во имя святого Антония Смирницкого в селе Семидесятное Воронежской области обеспечен новой системой отопления, и жители центра продолжат реабилитацию и воцерковление в теплых помещениях. Заключенные СИЗО получили от нас 650 душеполезных книг в рамках проекта «Тюремное служение». Результаты работы фонда не ограничиваются исключительно тем, что перечислено выше. Помимо помощи в рамках наших многочисленных проектов, мы реагируем на экстренные обращения нуждающихся. Подопечные «Елицы» благодарят всех неравнодушных людей, которые помогли им в трудных жизненных обстоятельствах. Сегодня в фонд уже переданы первые пожертвования, которые в новом 2019 году помогут тем, кто нуждается в нашей помощи. Надеемся, что общими усилиями мы будем совершать добрые дела. Ведь от них становится так радостно на душе. Вспоминаются слова Иоанна Златоуста: «Твое только то, что ты отдал другим». Подробнее узнать о работе фонда и пожертвовать его подопечным можно на сайте фонда fond.elitsy.ru. Помощи Божией во всем! С наступающим новым 2019 годом и Рождеством Христовым!